И вот галерея «Ракурс», та, что при доме медработников, возобновила свою работу. Еще и как возобновила. Сразу живописью Александра Бабеля и коллажами, объектами Григория Вовка. Особо, отдельно ценимый за свою графику, Григорий Вовк представил работы сугубо футуристического толка. Но сколь свежо и даже полнокровно, оправданно они смотрятся. То ли автопортретом, то ли портретом Юрия Коваленко. А Александр Бабель совершил прямо-таки рывок, и его полотна превратились во всеобъемлющие, вселенские, космогонические мифы. Каждое из полотен подлежит длительному смотрению, усвоению и заключает в себе множество свернутых парадигм. Красочность этих холстов, тем не менее, и оптимистична, и драматична, и даже социально выразительна. Третий участник, Василий Лило, выступил с наивным творчеством. А в целом выставка «Альтернатива» может быть названа альтернативами, ибо, по словам Людмилы Сауленко, здесь можно усмотреть взаимодействие плоскости объема, но также взаимодействие между художниками. Более того, специфический интеллектуальный юмор, который закладывается в технику исполнения, а не просто сюжет.